Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий, а вы на канале Пестрецов Шоп. Сегодня у нас на распаковочке вот такая вот большая посылка. Честно говоря, думаю, что либо она составная, либо это все-таки один какой-то девайс. Надо будет сейчас посмотреть. На самом деле не знаю. Но давайте мы его откроем и посмотрим, что же там внутри. Итак, поехали. Так, ну что ж, начнем. Давайте аккуратно все-таки прорежем. Мне надо глянуть, что там лежит. Там лежит несколько посылок, судя по всему. Одну посылку, которая, наверное, сюда не относится, я уберу. И, грубо говоря, давайте мы посмотрим на сам этот девайс. На самом деле я заказывал волкуматор, который очень так необходим на кухне. Грубо к нему заказал два мотка. Вот, давайте мы откроем, посмотрим, как он выглядит, как он работает. Попробуем запаковать что-нибудь. Сейчас глянем. Доставляли его, судя по всему, из магазина. А, друзья, нет, все-таки это не... Обалдеть. Это, друзья, это упаковка на 5 рулонов. Слушайте, это дополнительные рулоны. Обалдеть. Это что, я столько много всего заказал? Да, слушайте. Это у нас дополнительные рулоны на 30 сантиметров, 30 на 500. Грубо говоря, вот такая вот упаковка. Здесь их 6 штук получается, да? А, да, слушайте, они даже подарок положили. Подарок положили вот такой вот маленький рулончик. Обалдеть. Для каких-то бутербродиков. Так, тогда что у нас здесь? Так, здесь надо очень аккуратно резать, потому что... Так, вот здесь какая-то штучка. Сейчас мы вот это все посмотрим. А, слушайте, это маленькие рулончики. Обалдеть. Так, там больше ничего нету. Тогда все верно. Тогда получается то, что в этой одной большой составной посылке все-таки лежал девайс. Я на самом деле думал, что Почта России. Описание. Пищевой вакуумный упаковщик Саенко QQH 02. Вакуумный упаковщик Саенко Q – это современный бытовой прибор, быстро вакуумирующий различные предметы и продукты питания для их длительного хранения с использованием всех полезных свойств. Устройство для тех, кто заботится о здоровом и качественном питании. Вакуумная упаковка сохранит все полезные свойства продуктов, даже при условии длительной заморозки. Вакууматор эффективно удаляет воздух из пакета, в котором находятся предметы, герметизирует его и запаивает одну сторону. Упаковщик управляется одной кнопкой, находящейся на корпусе прибора. Сам корпус при работе не нагревается, не обжигает руки. Корпус выполнен из АБС-пластика черного или белого цвета. Его можно протирать влажной салфеткой. Вакуумный упаковщик Саенко Q питается от бытовой электросети и рассчитан на долгий срок эксплуатации. Характеристики товара. Тип. Вакуумный упаковщик. Модель. Саенко Q QH-02. Степень вакуума. 0,6 бара. Производительность 8 литров в минуту. Мощность упаковщика 80 Вт. Максимальная ширина пакета 29 см. Напряжение 220 Вольт. Материал корпуса АБС пластика. Цвета черный либо белый. Размеры коробки 480 на 80 на 80 мм. Размеры прибора 355 на 82 на 65 мм. Вес 1 кг. Сертификация. РОСХ ЕМС Евротест. Комплектация. Вакуумный упаковщик Саенко Q QH-02. Пакеты 10 штук. Инструкция. Коробка. Вакуумная пробка для вина. Переходник для вакуумной посуды. И два ножа для вскрытия пакетов. Так, друзья, да, продолжаем. Давайте мы здесь уже откроем, судя по всему. Так, в пакетике там больше ничего нету. Так, Ромочки, давайте я туда по одному вытащу, чтобы вот это все убрать отсюда. А то их реально очень много.
Так, и здесь мы видим вот такую вот Vulcum Food Settler. Вот так вот выглядит коробочка. Достаточно такого хорошего качества. Написано Longer Shelf Life. А здесь у нас написано характеристики Vulcum Food Settler. Модель QH-02, размеры 355 на 82 на 65 миллиметров. Так, вольтаж 220 вольт, мощность 80 ватт, давление вакуума минус 60 килопаскалей. Время работы, за которое он это делает, от 3 до 12 секунд. И максимальный размер, который вы туда можете засунуть, это 290 миллиметров. Вот, собственно говоря, характеристики его. Так, давайте мы откроем, что мы там видим внутри. А внутри, смотрите, мы видим еще пакетики. Потом видим устройство для вакуумной посуды. Об этом мы, наверное, все-таки потом как-нибудь заморочимся и тоже вакуумную посуду купим, посмотрим, как она будет работать. Еще какой-то клапан. Не знаю, для чего он, не могу вам точно сказать. И здесь у нас идет описание. А, кстати, это клапан для бутылок. Для бутылок с вином, чтобы откачивать оттуда воздух. Обалдеть. Описание у нас на английском языке, user manual. Кстати, написано рыба, мясо, хлеб и овощи. Вот, в принципе, тут все как бы понятно и просто, и ничего такого. Так, давайте достанем сам девайс. Внутри у нас еще один вот такой вот ножик. А, это нож, который этот. Все, я понял. И провод питания. Так, тогда я вот это вот убираю. Давайте мы его откроем. Хороший пакетик, кстати, очень качественный. Выглядит он вот таким вот образом. А здесь, я понимаю, вот это вот. А, нет, это не транспортировочный, это да. Все верно. Так, давайте мы его подключим, посмотрим. Так, подключается он у нас вот так вот сзади. Тут у нас, видите, смотрите, загорелся зеленый огонечек. Так, здесь у нас, я так понимаю, подплавляется пакетик. Пока я не понимаю, как что тут делать. Мы возьмем на самом деле ту ленту, которая у него шла в комплекте. Тоже на скотче все. А, это уже готовые пакетики. Да вы что. Ну вот он такой вот небольшой, скажем так. Так, давайте мы только без скотча возьмем какой-нибудь. Давайте вот этот. Так, по сути, они запаяны с трех сторон. И с одной стороны он не запаян. Поэтому мы возьмем наш любимый огурец. Поместим его в пакет. Я не знаю, как это делается. Давайте посмотрим. Возможно, так. Там надо... Да, это, наверное, все-таки закрывашка. Сейчас мы разберемся. Жестковато она закрывается. Так. Пошел нагрев. Все. У вас, по сути говоря, все готово.
Нажимаем на две эти штучки. И как ее открыть? А, все, я понял. И здесь вы спускаете клапаном давление, чтобы ее можно было открыть. Причем при всем, смотрите, он запаял пакет. С этой стороны запаял. И здесь сделал отверстие для того, чтобы вы могли спокойно вскрыть ваш пакетик. Ну вот, собственно говоря, и все. Нормально так он прям присобачил его. Достаточно все очень просто и интуитивно понятно. Грубо говоря, вот я изначально не знал, что это такое, оказался это клапан. Вот, что мы там еще видим? Ну, на обратной стороне у нас, собственно говоря, здесь написано, что к чему и почему. Питание, туда-сюда, Made in China. Здесь у нас выход для, видимо, компрессора. Так, имеет всего две кнопки. Первую нажимаете эту, собственно говоря. А вторая, я не знаю, что такое, кстати. Он не горячий. Так что, друзья, если вам вдруг понадобится купить аппаратик, который откачивает давление из продуктов для лучшей сохранности этих продуктов, покупайте данный девайс. Все очень просто и интуитивно понятно. Я, в принципе, без инструкции разобрался, так как тут всего две кнопочки. И достаточно дешевые у них пакетики. Что ж, если вам был полезен данный обзор, ставим ему большой палец наверх. И если у вас остаются по данному девайсу какие-то вопросы, дайте мне знать.